Всем привет! Решил сегодня снова залететь на CS Battle. CS Battle, да? Вот, потому что, ну, что-то как-то пару деньков мне там фартило. Фортуна поворачивалась, в общем, нужным, приятным для меня местом. Посмотрим, как она прям сейчас. Ну, вчера подписчик попросил, говорит, если, говорит, будешь на CS Battle, снова будешь депать 200, открой Декстра. В общем, откроем Декстра и посмотрим, что с него сыпанет. Только прежде мы сейчас откроем первый бесплатный. Не откроем мы, короче, первый бесплатный на видос, да. А я-то так надеялся открыть первый бесплатный и на видос. В общем, побрили нас, да. Эх, 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 эх. Ребят, ладно, тогда маленечко рекламы, или, скорее всего, информации для тех, кто не досмотрит видео до конца. Вот внизу там есть такая надпись, написано «Розыгрыш скинов 13-12». В это воскресенье ориентировочно где-то с 13 часов по МСК начнется стрим по Counter-Strike. И, соответственно, там будет проходить розыгрыш. Все условия для участия в розыгрыше в описании будут под видосом. Вот. А я, конечно же, открываю Декстра. А на оставшиеся будем открывать Сильверы. И, короче, посмотрим вообще, что из этого выйдет. Ну, погнали. Давай. Ну, давай. Короче, тут я вижу всякое... Хе-хе может выпасть, а может и что-нибудь годное выпасть. Ох, дружище. Я пипец сейчас как рискую. Хуйня, да, какая-то? 140. За 200 открыл, 140 выпало, да? Не, ну 140 мне, в принципе, на розыгрыш нужна будет, конечно же. Вот, только это не то, конечно же, что я хотел бы. В общем, что мы сделаем? Что мы сделаем? Сейчас мы найдем кейс Сильвера. Открываем за тренажку. Блять, у меня еще на... Только на один хватит. Карамельное яблоко. Ну, в принципе, это довольно нормально. Так, давай еще разок откроем. За тренажку посмотрим, что тут. Карамельное яблоко. Мраморный градик за 3,54. О, так, а сколько у меня всего сейчас получается бабла? Сколько всего бабла-то получается? 171 рубль. Так, это получается я только смогу 3 амонга открыть, да? Давай попробуем 3 амонга открыть, но надо хоть какой-то контент-то сделать, да, то есть вот. Ну, так-то, конечно, Галиль, Айрека можно было бы на розыгрыш взять, но я там вроде что-то на розыгрыш повытаскивал, поэтому недельку, еще я как-нибудь переживу. Давай, там мы, короче, все продаем. Сегодня мы снова попытаемся понять, какой же из амонгов будет самый топовый. Вчера у нас самым топчиком оказался красный амонг, позавчера был розовый. Какой амонг будет в топе сегодня? Делаем ставки. Ну давай. 50. 50. Страж. 79. Ну, как бы окупил. По-моему, вчера у меня также все и начиналось, да? То есть страж. Потом красный. Красный мне потом вчера что-то там поддал. Посмотрим, что он. Как он поведет себя сегодня. Ну, это фигня, да? Это фигня. Это фейл. Это фейл. Давай тогда посмотрим, что розовый. Сегодня первый какой-то. Забыл, какой там первый был, поэтому пока что он оказался топчиком. Вот это было бы, наверное, огонь, да? Вот это неисправность. Но это тоже хня полная. Так, тогда, чтобы нам открыть... Так, ты завис? Нет, не завис. Так, чтобы нам открыть... Нет, все-таки завис, да? Огонь. Ну... Пацаны, чё? Это кейс батл. Это кейс батл. Это кейс батл. Так, либо мы сейчас тогда это снова все продаем. Продаем, да? Продаем. Давай продадим все. Чё нам? Вот, нам же надо. Нам же надо. Так, какой там первый был, получается? Зеленый. Зеленый самый топчик сегодня. Розовый мы открыли. Желтый нужно открыть. Давай, нам нужно обязательно открыть желтый. Смотрим, что дает желтый. Кровавая паутина. Ну, если быть точным, то есть желтый ничего не дает. Потом мы открываем вот этот за сотоньку. За сотоньку. Смотрим. Да просто открываем и открываем. Смотрим и смотрим. Что дает, что не дает. Это, походу, огонь, да? Моща. Моща, короче, моща, да? Отлично. Отлично. Так, что мы тогда вот эту мы продадим?
Блять, вот может и эту продать. Слушай, а может продать эту еще разок Декстера открыть? Ну а что, ну давай пооткрываем. Ну что, блядь, давай пооткрываем. Давай, короче, все продадим. Давай. Давай пооткрываем. Че? 376, 200 депл, 376. Уже x1.5, в принципе, сделал, да? Давай откроем еще Декстера. Еще разок откроем Декстера. И шо? Давай, открываем. Погнали. Посмотрим, что ты. Че ты насыпишь-то? Че ты там дашь? Кровавый спорт. Да, блядь! А, сука! Чувачок, лорд, ты прям красавчик, посоветовал мне, молодец, еще и 100 трековскую выбили, вообще огонь. О-о-о, Декстер рулит. Так, давай тогда, что мы сделаем? Давай мы тогда снова за Сатен откроем, посмотрим, что. В принципе, нормально, я уже два там... А купил себе, я кровавый спорт продавать не буду, да, ну и хер, что у меня... Разыгрывать мне там нечего там, да. Так, давай, мы тебя продадим. Мы тебя продадим. И помучаем снова Амонги. Давай мы помучаем снова. А сколько у меня сотка? Давай еще разок тебя тогда. Давай еще разок. Давай еще разок. Посмотрим. По херу. Херня какая-то. Да не, нихуя не херня. Пацаны, нормально. Я это тоже оставлю, кстати. Это на розыгрыш будет вам. Я это оставляю. Я это вам ностальгия. Короче, когда буду ее разыгрывать, я буду ностальгировать, вспоминать, как мне посоветовали открыть Декстера. Вот. Давай тогда откроем Сильвера. Я, короче, знаю, кто сегодня будет смотреть мой ролик или завтра будет смотреть мой ролик и потом мне скажет: «Не, ну тебе реально скейс батла прет». Вот, я прям знаю, кто мне это скажет, короче. Осадок. Так, ну давай мы тебя продадим. И как раз у меня еще на один остается, да. Ну давай тебя откроем. Откроем тебя. Брифинг. 7.47. Тебя продавай, не продавай, ничего с тобой сделать нельзя, только кроме апгрейда, да. Смотри, вот тут на 600 рублей скинов. Хорошо, я так нормально залетел, да. Давай мы, короче, сколько мы сделаем? Давай от 80. Вот, возьмем вот эту Star Trek Obsidian. Используем баланс. Подожди, какой баланс-то? А зачем мне баланс? Ваш баланс. Не понял. И чё? Чё я могу? А, я могу рубль 8. Давай вот так. Не хватает. Вот так давай. На 11% посмотрим. В общем, сегодня наше нормально. Я на CS Battle зашел. Прям хорошо зашел. Я даже нисколечки не расстроен, что у меня не заходит этот 10% этот. Давай поглядим. Шо? 621 рубль. 621 рубль. Ребят, в общем, вот это и вот это я забираю. Вот это и вот это я забираю. То есть, конечно, это вот это я хер знает, когда я... Так, а где 8? Сука, с камеры отключилась. Короче, Star Trek я хер знает, когда я буду разыгрывать. А вот это, скорее всего, в ближайшее время будет разыграно. В общем, ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И обязательно участвуйте в воскресном розыгрыше. Всем пока и до новых встреч.